Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий, а вы на канале Пестрецов Шоп. И сегодня у нас на распаковочке. Не знаю, что в этой посылке, но думаю, что там лежит воздушная помпа. Итак, пришел мне вот в такой вот посылочке. Доставили его из Китая. Заказывал я его на Алиэкспресс. Ну что же, давайте мы его откроем и посмотрим. Так, поехали. Друзья, это у нас помпа для аквариума воздушная на 4 выхода от компании Сансан CT404. Что ж, давайте прочтем описание. Описание. Четырехканальный диафрагмовый компрессор Сансан CT404 предназначен для аэрации аквариумной воды, смешивания ее для выравнивания температуры. Модель имеет плавный регулятор воздушного потока, шумопоглощающие противовибрационные резиновые ножки и специальное отверстие под кронштейн для вертикального крепления. Компрессор серии CT оснащены мембраной из прочного эластичного материала, соединениями и поршнями из титанового сплава. Кроме того, выходные патрубки созданы из нержавеющей стали. Технические параметры. Мощность 8 Вт, производительность 672 литра в час. Количество каналов 4. Размер, длина, ширина, высота 17 на 6 на 7 см. Комплектация. Компрессор, шланг 4 метра, распылитель 4 штуки, обратный клапан 4 штуки, инструкция, картонная упаковка. Коробка просто гигантская. Ёлы-палы, вы смотрите, сколько шланга. Такое ощущение, как будто это какой-то возврат. Заметьте, да, все открыто. Что это такое, блин? Ну, наверное, скорее всего, не скрутили, судя по тому, как и это все тут брошено. Шланга здесь очень много. Нет, скорее всего, это все-таки не возврат, это новое, просто здесь так на заводе скручено. Шланг достаточно приятный, тоненький, эластичный. Не то, что я вот покупал здесь фирменные шланги. Так, что у нас тут еще в комплекте идет? Сразу тут дали, валяется все скопом. А это у нас воздушный фильтр, который блокирует обратный поток. Их у нас тут... Боже, я тут даже не понимаю, что происходит. Еще один воздушный фильтр. Потом у нас идет переходник с американской розетки. Так, присоска. В комплекте у нас два камушка. Не знаю, насколько мелкие пузырьки они дают. Ну, скорее всего, не мелкие. Поэтому не думаю, что там совсем будет как-то так. Так, сам аэратор. Здесь у нас еще одна присосочка. И здесь у нас идет описание. Там больше ничего нету. Описание у нас идет чисто на китайском языке. Но нас больше интересует все-таки помпа. А интересует нам даже вот не то, что вот помпа. Помпу можем мы где угодно купить. Интересует, насколько тихо она работает. Ведь же всех это интересует. Как бы не соврешь. Ну, давайте конкретно посмотрим именно эту. Вот такая вот помпа. Здесь у нас регулятор установлен на задней стенке. Ход у него достаточно большой. Здесь написано выгравировано Сансан. А на другой стороне у нас здесь приклеен шильдик. Написано 404. Здесь, кстати, я не знаю, что это такое. А, это воздушный фильтр, скорее всего, здесь установлен. Ножки, они у него резиновые. Чтобы люди понимали. И здесь у нас идет 4 выхода. То есть 4 выхода. Вот, но розетка, как мы и говорили, да, она идет, собственно говоря, для американского рынка сделана.
Какой бы вы ни выбрали фильтр, да, вам всегда придет именно с американской розеткой, но с переходничком. То есть, видимо, эти продукты пользуются успехом у американцев. Что же, я ее включаю и смотрим. Давайте мы, знаете, что еще сделаем? Мы с вами поставим шумомер. Ё-моё, 60 дБ. Она очень шумная. Возможно, ее надо вешать. Так, поставлю шумомер. Я чуть-чуть заткну, чтобы оно как бы не было такого явного шума от воздуха. Наверное, тут, конечно, очень сложно померить какой-то шум, потому что его надо мерить под нагрузкой. Вхолостую, конечно, она очень сильно шумит. Но ветер у нее очень сильный. Так, что я могу сказать, что я тут заметил? Во-первых, данный прибор работает не с самого начала. Вот смотрите, я начинаю крутить его. И только здесь он включается. Смотрите, какой ход у меня. Что-то они прям дофига так сделали. Давайте посмотрим теперь по децибелометру, сколько он будет, какой будет издавать шум самого-самого маленького. Звук я тоже направлю в сторону децибелометра. Начинаю крутить. Получается, что 68,9 это его максимальная мощность. Даже 69, это достаточно много. Но давайте мы, допустим, подключили туда кабеля. Сразу упало на 15 дБ. Давайте поставим не на большую, закроем его. Здесь как ни крути, здесь вот именно 51.
вот 51 дБ, а возможно просто они сами вибрируют в корпусе. Вот, что я еще хочу сказать. Здесь у нас, все включу, имеется вот такая вот штучка. Это на самом деле у нас фильтр, он вытаскивается, он сменный. Его можно вытащить, почистить. Там, собственно говоря, у нас такая, не знаю, фетта или как она там называется. Здесь вот воздух, он прям засасывается. Сделано вот это, конечно, здорово. То есть бабах и все. Вот. Два канала у него абсолютно независимые. Потому что стоит тут, скорее всего, два устройства, которые качают. Не знаю, насколько бы я мог бы его рекомендовать. Наверное, бы не мог бы. Потому что я бы, наверное, все-таки потратился и купил бы себе, наверное, шеговские компрессоры, потому что считаю их одними из лучших. Либо, наверное, можно уже посмотреть какие-то пьезокомпрессоры. Если вы знаете, допустим, какие-то интересные модели, можете посоветовать. Возможно, я их куплю, тоже бы посмотрел бы. Вот, возможно, этот все-таки надо протестировать уже в самом аквариуме, как он будет работать. Вот, радует, что у него есть резиновые ножки, которые могут сгладить, собственно говоря, вибрацию и шум. Вот на небольшом. Я почему покупаю мощные компрессоры? Потому что их можно запускать на невысокую мощность, чтобы посмотреть, как он будет работать тихо. Потому что когда ты покупаешь маленький компрессор и выкручиваешь на его на полную мощность, вот это получается, конечно, засада. Здесь же у нас мы получаем, собственно говоря, вот такой вот громучий компрессор, который да еще и весит-то... Да хрена весит-то, если так подумать. Он весит 859 грамм. Блин, ну это почти килограмм. Не хватает мне, но он 160 на 150, вот у него размеры. И толщиной он у нас 61. То есть это, блин, огромный агрегат. Согласен, если у вас огромный пруд, и вы его туда можете засунуть, это одно дело, да, но в аквариум, где вы хотите тишину, покупать такую вещь, не знаю. За 2000 рублей или сколько я там платил, не помню. Что у вас в комплекте какой-то непонятный шнур. Почему-то именно 2, а не 4 у нас идет обратных клапана. 2 присоски для 2, собственно говоря, камней. Но почему их не 4, я не могу понять, если тут 4 выхода. Но это очень странно. Одно бы дело, если было 4, у меня бы не было вопросов. Но здесь как-то вот все-таки вопросы, они все возникают. Хочу сказать, что к данному компрессору я еще заказал такие вот разветвители. Или, скорее всего, сместители. Которые мне пришли вот в такой вот маленькой коробочке. Давайте мы ее откроем. Вот, они, их тут 2 штуки. Заказывал я специально вот их под вот эту систему Сан-Сан. Наверное, вы такие можете на птичке купить. Сделаны они очень качественно. Вот. То есть получается то, что я буду вставлять 2 входа и буду получать 1 выход, которым можно будет даже еще немного регулировать. Возможно, каким-то макаром я смогу снизить шум. Хотя, конечно, я пока сомневаюсь. Заказал я их 2 штучки. Выполнены они прям чисто из металла. Они достаточно увесистые. Чтобы вы понимали, вот одна штучка весит 22 грамма. Это достаточно много, так как она не очень большая.
Потом посмотрим, как все будет работать в сборе. Так что вот такие вот дела, друзья. Ну что же, друзья, если вам понравился этот данный мини-обзор, ставим ему палец наверх. И если у вас возникнут какие-то вопросы, дайте мне знать.